have the free will. Можете, конечно, ничего не делать. And of course not do anything. Но вряд ли вам захочется вот с этим дальше жить. But probably you will not like to live with this further. Да, потому что наша душа здесь воплощена для того, чтобы дарить свет. Because our soul being reincarnated to bring the light to this earth. Я знаю, что вы являетесь источниками, каналами той энергии добра, которая из Агарты направляется на Землю. And I know that you've been born, your soul been born in order to transmit this energy from Agartha to this world and people. Давайте сейчас вновь прикроем глаза. And let's close our eyes again. С этого момента в течение 10 минут постарайтесь их не открывать. And from this moment, during 10 minutes, try not to open your eyes. Если вы хотите, вы можете прилечь. If you wish, you can lay down. Можете просто откинуться на спинку стула или кресла, где вы сидите. Or you can just rest in the chair where you are sitting, to lean on the back. Давайте мы с вами пропоем вселенский звук Аум. And let's sing the cosmical mantra Аум. Сделайте плавный вдох и выдох. Make deep inhale and exhale. Вновь настройтесь на светлых сил, на светлых духов, на своих ангелов, которые вас ведут в этой жизни. And tune again to that light spirits who are guiding you, who are living with you. Вновь совершив глубокий вдох и плавный выдох, сейчас просто отпустите себя. And again, make deep inhale, deep exhale, and relax yourself. Расслабьтесь. Relax your body. Если вы хотите, вы можете танцевать, если хотите подвигаться. If you wish to move, you can dance as well. Почувствуйте, как для вас гармонично настраиваться на поток энергии Агарты, где вас ждет ваш ангел. Feel how it is harmonious for you to tune to this divine energy of Agartha to connect with your angel. Давайте вместе пропоем священное слово Агарты, прося светлой силы открыть портал. And let's sing together the mantra of Agartha to open the portal. Сделаем вдох. Let's make him feel. Agartha. Ваше дыхание ровно и спокойно. Your breathing is calm and slow. Сейчас на внутреннем экране представьте семь небес. Now in your inner screen, imagine seven heavens. Это семь небес волшебного мира Агарты. This is seven heavens of the magical world of Agartha. На первом небе живут ангелы, которые отвечают, ведут вас именно в этой жизни. On the first heaven living angels who are helping you, guiding you during this life. Они помогают. They are helping. Во всех моментах, связанных с этой жизнью, с целями этой жизни. In all situations during this lifetime. Они выглядят как белоснежные птицы с огромными белыми крыльями.
They look like big birds with the big white wings. Это ангелы, с которыми может общаться человек, обычный человек, живущий на земле. This is angels with who the usual person can communicate, who is living on the earth. Их можно встретить в книгах, в фильмах, которые созданы человечеством. Meet them in the books, in the films that people created them. И вы можете увидеть на внутреннем экране, как ангелы из Агарты уже зовут вас своими белоснежными крыльями, притягивая мир добра и волшебства. You can feel how angels with their white wings begin to call you, bring you to the world of Агарта, to the lightest place. И вот один из ангелов опускается к вам, почувствовав вас призыв. One of the angels coming to you who felt your calling. И он приглашает вас в путешествие в мир Агарта. And he is inviting you to the world of Агарта. Вы с благодарностью в сердце принимаете приглашение. And with gratitude in your heart, you accept this invitation. И вот вы взмываете вверх. And now you are flying up. Пролетая пространство мира настоящего. You are flying through the space of the present. Мира будущего. Of the future. Агарта находится вне времени. Агарта is under any time. И вы видите семь небес. And you see seven heavens. На втором и третьем уровне небес. On the third and the second level of the heaven. Живут ангелы более высокого уровня иерархии. Living angels who are much higher by hierarchy. Archangels. Существа более высокого порядка. Beings with the higher level of living. С ними обычный человек почти не может выйти на связь. And with them, person almost cannot establish the connection. Только шаманы могут наладить контакт, связь, создать особый канал общения с такого уровня сущности. Only shamans can reestablish such communication with such beings. Через шамана, через наставника человек может получить послание от такого уровня ангела. Through shaman, protruded person can receive their message from such highest being. Эти ангелы ведут вашу душу из жизни в жизнь. These kind of angels leading your life during many generations and lives. Они знают все уроки, которые душа должна пройти в очередной новой жизни. They know which lessons you have to take in every life. И для того, чтобы создать контакт, получить благословение таких высоких ангелов, необходимо попасть в Агарт. And in order to establish the connection with such highest angels, need to come to Агарта. И сейчас вы видите, как ваш ангел-хранитель под
летает к одному из таких ангелов. And now you see how your angel helper coming to one of such angels. Вы интуитивно чувствуете желание склонить голову, склонить свое эго. And intuitively you feel how you would like to bow down your head in front of this highest being. Осознавая, что уровень сознательности этого ангела очень высокий, он очень близко к Богу. Put your ego down and to feel the highest level of the consciousness of this being who closer to God. Вы находитесь в состоянии принятия и благодарности. Right now you are at the state of gratitude and honor. Вы слышите слова. And you hear the words. Эти слова отзываются в вашем сердце. These words appearing inside of your heart. Ваше сознание начинает излучать свет миллиардов звезд. And your consciousness begin to transmit this light of the millions of stars. Дорогая, прекрасная душа. Dear beautiful soul. Я очень рад, что ты, сделав правильный выбор, идешь по пути духовного развития. I'm so happy that you chose the correct choice and you are on your spiritual path. В этой жизни, как и во многих других жизнях, я помогаю тебе. In this life and at many other lives I'm helping you. Каждой жизнью ты делаешь новый шаг к раскрытию своей самой высокой миссии души. In every life you make in step to the revealing of your highest being, of your soul and mission. И в этой жизни ты достигла того уровня, когда пришло время нам встретиться с тобой лично. And in this life you already reached to such level when we can meet in person with you. Ты готова открыть тайну вечности своей души. You are ready to reveal the secrets of eternal soul that you have. Духовный опыт, который ты накопила во множестве жизней. The spiritual experience that you accumulated during many lives. В этой жизни помогут тебе достичь уровня развития ангела на земле. During this lifetime, you can reveal this ability of angel inside of you. Стать проводником мудрости, силы Агарты, которая идет от великих духовных учителей. Become the channel of Agartha, of the wisdom, of the knowledge that's coming from enlightened masters. Будь готова, что многие люди, женщины, придут к тебе на тот свет, который Агарта будет передавать через тебя. Be ready that many people will come to you. To that light that you will be transmitting on the earth from Agartha. Тебе важно попасть на место силы, в тур Агарту, где соберутся самые духовные души, люди планеты. For you it's very important to come to Agartha Tour, to that place of power, where the most spiritual people will be gathering. Чтобы обрести связь со мной
и получить благословение на помощь своему Богу. In order to establish the connection with me and to help yourself, your lineage. Тебе будет передана сила, которой ты будешь помогать женщине. You will be passed the power that will, you will be able to help women as well. Пришло время познать тебя, кто ты есть на самом деле. It's time to realize who you are truly. В будущем тебе будут открываться другие небеса, Агата. In the future, other levels of the heaven will be opening for you. Но сейчас пришло время возвращаться. But now it's time to return on the earth. Прими же благословение светлых сил. Receive the blessing of the lightest power. И я жду тебя, Агарта. I'm waiting for you. In Agartha. Agartha. Сейчас я вижу, как ваша аура стала светиться теми оттенками радуги. And now I see how your aura begins to shine with different colors of the rainbow. Произошла активация контакта с вашим ангелом. The activation happened with contact of your angel. Сейчас самое важное закрепить и развить эту связь для служения планете и помощи людям. It's the most important to fix this connection, to protect this connection in order to serve for humanity, for this planet. Сейчас вы возвращаетесь и прощаетесь со своим ангелом, благодаря его. And now you're returning. You say thanks to this angel. Вы обещаете с ним встретиться в Агарте, на местах силы, на ретритах, на семинарах. You promise to meet them at the places of power, at the seminars, retreats in Агарте. Вы обещаете каждый день делать духовные практики, чтобы связь крепла. You promise to do spiritual practices every day that this connection will be stronger. Почувствуйте правильность того выбора, который ваша душа сделала в этой жизни. Feel that correct choice that your soul had in this life. И сейчас в заключение этого путешествия давайте вместе пропоем вселенский ау. And with finishing of this journey, let's sing the universal mantra ау. Соедините руки в молитвенный жест. Unite your palms in the prayer gesture. И давайте пошлем всей планете, всем людям, живущим в этом прекрасном мире, любовь, добро. And let's direct to all people who are living on this earth to feel the love, gratitude, peace. Делаем то, that they can heal. Thank you.
плавно вы можете открыть глаза. Slowly you can open your eyes. Поздравляю вас с этим путешествием. I congratulate you with this journey. Кто-то из вас смог увидеть ангела второго и третьего мира, небо. Some of you could see the angels of the first and the second heaven. На картине, которая на экране перед вами, вы как раз можете видеть этих семь миров. And on the picture that you see in front of you, you can see exactly these seven heavens. Семь небес Агарты. Seven heavens of Agartha. Первое небо. First sky heaven. Второе. Second. Третье. Third. Четвертое. Fourth. Пятое, шестое, седьмое. Six and seven. Каждое небо — это новый пласт знаний, энергии, посвящения и благословения. Each heaven, this is the further level of the initiations, knowledge, wisdom. Желаю вам никогда не останавливаться на выбранном пути. I wish you never to stop on your spiritual path. Эта жизнь дана Богом для того, чтобы познавать себя, то удивительное творение, которое Бог создал по образу и подобию своему. This life being given to you as a present from God, who created in the same way as He is. И чтобы использовать эту жизнь на 100%, and in order to use your life 100%, мы это можем сделать намного быстрее, если помогаем объединять людей, женщин вокруг этой светлой и доброй идеи. We can do it much, much quicker if we unite women, people together around this light idea. Я вам желаю, чтобы в Агарту, на тур, на семинар, на ретрит вы попали не одни, а с теми женщинами, которые пойдут за вами. And I wish for each of you that you will come not alone to Агарта, but with those women who you wish also happiness and help. Кто-то придет на семинар. Some will come to the seminar. Кто-то придет на вебинар или онлайн-курс. Some will come to the webinar or online course. Кто-то придет на целый ретрит. Some will come to the retreat. А кто-то попадет даже в тур в Агарту. And someone even can come to the tour в Агарта. Каждый дается тот уровень энергии, который душа способна принять. Everyone receiving that level of energy that's possible to accept. Но помните, пожалуйста, что каждый шаг, который вы делаете, but always remember that each step that you do, каждый шаг, который делаете, чтобы помочь своей душе, либо помочь тем женщинам, которые рядом, each step that you do to help your soul or to those people who are next to you, он очень ценен. It's very valuable. И ваши ангелы, все светлые духи вас очень сильно благодарят за это. And your angels, all the light spirits, so grateful for this. И я еще очень хочу поблагодарить от светлых духов наших переводчиков. And I wish to gratitude our translators as well. Которые помогли сегодня передать это знание Агарты большому количеству людей. That helped today to transmit this knowledge of Агарта to many people. Вы наши ангелы. You are our angels. И я желаю, чтобы все самые светлые желания у вас исполнялись. And I wish that all your lightest wishes will come true. Благодарю вас за сегодняшнее общение. Буду за вас молиться. I gratitude for our communication today and will continue to pray for you. До встречи, дорогие. See you soon, beloved ones. Намасте.
Namaste. Вау, мы поздравляем вас, любимые, с таким огромным потоком любви. Wow, beloved ones, we congratulate you with such huge flow of love. Я думаю, что каждая из вас смогла всем сердцем почувствовать своего ангела. I think that each of you could feel with your heart your angel. Это огромный-огромный подарок так долго общаться с самой Дианой Суэми и принимать этот поток целительной энергии через нее. It's such a big blessing and present to communicate so long with Diana Swami with such light channel and to receive it all. Да, дорогие, и знаем, что у многих остались вопросы. Кто-то, может быть, не успел скопировать нужные вам ссылки, и поэтому сейчас у вас есть такая возможность. And maybe you not had enough time to copy some links, and right now you have this chance to copy everything that is needed. Любимые, если вы чувствуете, я хочу участвовать в туре, я не знаю как, есть много препятствий, но я хочу. Регистрируйтесь. Beloved ones, if you feel that I want to participate there, I don't know how, and register right now. В чате сейчас появятся ссылки на эти туры. In the chat you can see the links for this tour. Вам позвонят наши ангелы, за вас сразу начинают молиться все наставники, все препятствия начинают уходить с вашего пути. Our angels will call you, all the obstacles releasing from your path. Это QR-код для европейского тура. This is QR-code.